Самые ранние свидетельства о пребывании евреев в Афганистане относятся к VII веку. Изначально большие еврейские семьи в основном жили в приграничном городе Герат, где находится в ветхом состоянии никем не посещаемая синагога Йоав. К концу 2004 года только два еврея остались в Афганистане – Заблон Симантов и Исаак Леви. В 2005 году Исаак Леви скончался. Теперь Симантов – единственный еврей в Афганистане. Симантов – торговец коврами и ювелирными украшениями, уроженец Герата. На каком-то этапе он перебрался в Кабул, но в 1992 году бежал в Узбекистан. В Афганистан он вернулся только после свержения Талибана. Делом своей жизни он считал уход за последней в Афганистане синагогой. После захвата в Афганистане власти талибами, Симантов стал получать предложения о помощи со всего мира, как от государств, так и от частных лиц, которые хотят вывести его из захваченной исламистами страны. Симантов отвечает на все предложения отказом, аргументируя свое упорство тем, что не хочет бросать растерзание талибам последнюю синагогу в Афганистане и еврейское кладбище.